Красивый подкачанный живот – мечта многих девушек. Чтобы воплотить ее в реальность, необходимо придерживаться законов правильного питания и, конечно, постоянно обновлять библиотеку тренировок. Исходное положение – сидя в тренажере. Обязательно ноги за пуфы. Руки фиксируем на рукоять тренажера. И нужно вывести из стабильного положения сам тренажер. Удобно прижать поясницу в сидушку и на усилие скручивание. Выдох и плавный вдох. До конца раскрытие мы не выполняем. Мышцы брюшного пресса всегда в напряжении. Короткая амплитуда позволяет их держать в рабочем состоянии. Есть особенность выполнения упражнения в данном тренажере. Если неправильно включить мышцы брюшного пресса, здесь подключаются крупные мышцы бедра в работу и мышцы спины, потому что у него сам по себе тяжелый ход. Для чего предназначен такой тяжелый ход в таких тренажерах? Для того, чтобы придать глубину и объем рабочей и тренирующейся мышце. Когда работаете на полу или на фитболе, вы прорабатываете мышцы брюшного пресса за счет собственного веса. А работая в данном тренажере, вы увеличиваете постепенно нагрузку, тем самым увеличиваете мышцу в объеме. Если вы хотите более глубокие, более объемные мышцы брюшного пресса, вам подойдет именно этот тренажер. Я его рекомендую как мужчинам, которые прорабатывают и прокачивают брюшной пресс, так и девушкам, женщинам, которые хотят подчеркнуть свой животик. Оптимальное количество повторений 12-15. Стандартные 3 подхода. Если вы хотите более глубокую прорисовку, чтобы ваши мышцы брюшного пресса были заметны издалека, именно этот тренажер поможет вам проработать и дать акцент вот в эту зону.